Пожароопасная обстановка в нашем районе на данный момент находится в норме, несмотря на стремительное повышение температуры воздуха. Этот год по сравнению с предыдущими можно назвать спокойным. Тем не менее, показатели не нулевые, и торфяные пожары были. Значит, у нас с начала года вообще зарегистрировано на территории Конаковского района 30 торфяных пожаров. Все они были зарегистрированы в районе населенного пункта Изоплит. Это так как там у нас находятся в основном бывшие места торфоразработок, соответственно, есть небольшие сложности. С начала года Главным управлением МЧС России было принято решение о проведении мониторинга пожароопасной обстановки. Меры это не только необходимые, но и, безусловно, положительные. На данный момент 4 маршрута у нас разработаны по особо опасным участкам. Как сотрудники МЧС совместно с представителями муниципальных образований проводят разведку, мониторинг. Что касаемо возгораний, то есть более 20 возгораний из 30 были обнаружены в результате мониторинга, а не в результате сообщений жителей там или гостей нашего региона, что свидетельствует о том, что мониторинг дает положительные результаты, и повторение прошлого года, конечно же, мы не допустим. Не стоит забывать о том, что многие лесные пожары происходят по вине человека. Сотрудники МЧС призывают соблюдать правила пожарной безопасности и воздержаться от пикников в лесу. Неловкое обращение с огнем может привести к губительным последствиям.